спагетти с морепродуктами, креветки и мидии. Все ингредиенты будут внизу в описании под видео. Блюдо можно готовить как из замороженных морепродуктов, так и из свежих. Креветки нужно почистить, а мидии отварить 1 минуту, открыть и выделить фрукт. Воду, которую выделяют мидии, нужно пересадить через сито и сберечь. Соус готовится очень быстро, поэтому у вас уже должна стоять вода на пасту. В оливковом масле поджариваем чеснок, перец горький, чили и минуту. Потом даем помидоры, я удаляю семечки с помидор. И тушим еще несколько минут, где-то до 5 минут. Помидоры слишком долго не перетушивайте, потому что они теряют свой вкус. Только немножко стали мягкие, к ним можно уже добавлять мидии и креветки. Все вместе. Водичка в мидии очень соленая, поэтому соль в соус не добавляем. Добавить половину нарезанной петрушки. Обязательно накрыть крышкой и готовить где-то 2 минуты под закрытой крышкой. Соус готовый. Лучше выключить огонь и отставить в сторону, не открывая. Но я открыла, чтобы снять видео. За это время у вас должны вариться спагетти. Спагетти варите альденте в подсоленной воде. Добавляем спагетти к соусу. И еще 1 минуту перемешиваем их с соусом на среднем огне. Спагетти впитают соус и будут очень-очень вкусные. Спагетти с морепродуктами выкладываем на тарелки, посыпаем петрушкой. Приятного аппетита, здоровья и удачи!